вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість нашої студії Володимир Трофімчук, майстер спорту міжнародного класу з пожежно-прикладного спорту. Доброго вечора, пане Володимир. Ми раді вітати вас у нашій студії. Тож, спочатку, що ж таке пожежно-прикладний спорт? Розкажіть, будь ласка. Ну, пожежно-прикладний спорт – це, як би вам сказати, продовження начала роботи, так сказать, в органах Державной службы начальной ситуации. Значит, все работники Державной службы проходят учебную тренировку, подготовку, так сказать, ну, к соревнованиям, к, ну, к спорту, ну, к будущему, и с физической подготовкой занимаются. Занимаются, значит, пожарно-прикладным спортом с юношей дети с 13 лет. Вот, это 13-14 лет, получается, у нас младшая группа, 15-16 лет старшая группа, и 17-18 лет, ну, средняя группа. Вот. Ну, как вам сказать, по соревнованиям по чемпионату Украины, которые вы расскажите, вот вы говорите о том, что и сотрудники МЧС занимаются этим спортом, да. И дети. Давайте поговорим о детях и о сотрудниках МЧС отдельно. Вот для всех, кто служит в МЧС, это обязательный спорт или все-таки по желанию, а есть какие-то отдельные тренировки, ну, по повышению квалификации, да, мастерства? Ну, я понял, там получается, когда сотрудник работает в органах, он проходит специальное обучение в учебном пункте. У нас учебный пункт есть, и там проходят все по видам, по пожарно-прикладному спорту, подготовка. То есть сначала в учебном пункте это бойцы проходят, а детки у нас, получается, после соревнований, которые проходят на стадионе по пожарно-прикладному спорту, юношеские соревнования, там изначально начинаются дети со стадиона у нас, ну, на ракетной роще по адресу, там, в таком плане. А насколько популярен этот вид спорта среди детей? И вообще, как вы их привлекаете к тому, чтобы они занимались именно этим спортом? Ну, в принципе, мы ходим по школам, ну, ведется работа по школам, отбираем юношей, которые занимаются пожарно-прикладным спортом, отбирается команда, в состав которой входят, где выступают на более сильных ранах, там, в чемпионатах Украины, там, на всех таких серьезных соревнованиях. Вот. Ну и, как правило, во всех районах есть команда, где подготавливаются изначально юноши. Есть тренера специальные, которые их ведут в подготовке, где есть специальное оборудование, ну, там, то есть там рукава, каски, ну такое, которое для детей, ну, необходимо для занятий. Вот. Ну и в будущем, значит, которые команды, дети, которые участвуют в чемпионатах Украины за Николаевскую область, естественно, они, у них сборы специально проводятся на учебной башне. И дальше развиваются потихонечку, готовятся в старшую группу, и со старшей группы уже взрослую группу. Это что детей касается. А вот если говорить о статистике, как много детей после того, как, ну, вот они становятся взрослыми и приходят служить в МЧС? Ну, как правило, дети заканчивают уже по возрасту свою, как бы, ну, по спортивным годам, когда они заканчивают участвовать, они поступают в учебные заведения. Как правило, это Харьковский национальный университет, Львовский университет и Черкасский институт. Попадают туда, попадают, естественно, в команду именно учебного заведения. А после выпуска, получается, ну, идут к нам, продолжают работу, вот, и продолжают спортивный свой рост, так сказать, в таком плане. И, ну, как правило, это вот человека 2-3 приходят нам, как бы, новые молодые спортсмены. Уже а вот девушки есть среди спортсменов? Потому что вы сказали, что мальчиков привлекаете, девушек промолчали. Но все-таки думаю, что барышни тоже заинтересованы. Ну, в принципе, спорте. В истории пожарно-прикладного спорта сейчас только началось развиваться спорт, ну, пожарно-прикладный спорт у девочек. В России это уже, так сказать, уже как бы налажено, они проводят, как бы, свои соревнования среди детей. Вот в том году, в 2015 году, в Белоруссии, город Гродно, был чемпионат мира по пожарно-прикладному спорту среди детей. И там принимали участие, ну, по заявкам, какая страна готова была предоставить девушек. У нас это все, как бы, в перспективе. Федерация пожарно-прикладного спорта вроде как набрасывает, как бы, тему, вот, развития и женского спорта.
Ну, если будете смотреть, это получается как бы более мальчиковый как бы вид спорта, ну, как взрослый, там и лестницы, и рукава. Вот. Но в будущем, как бы планируют, ну, потихонечку, как и все, это новая как бы тема, и как бы девочек тренировать, сами понимаете, это вроде как и в спорте не было спортсменов-женщин, а тут раз девочек тренируем, естественно, надо какой-то хоть тренер, хоть девушку какую-то, или там специально какого-то там учителя, поэтому, ну, а так девочки в перспективе. Вот вы говорите, что... то и всеукраинские, и в области, наверное, соревнования проходят, и всеукраинские международные соревнования. Я смотрю, ну, такая индустрия развитая. А вот у меня такой вопрос. Рукав и каска, о которых вы говорили вот сегодня, они, ну, вот специально для детей это все делается? Все-таки, ну, насколько я понимаю, это же, ну, тяжело и размер. Да, я понял, что вы говорите. Обмундирование. Обмундирование спортивное. Ну, как правило, как бы каска. Каска стандартная каска. Она облегченная специально, как спортивная каска. Рукава, если сравнить боевые рукава, по которым идет вода, которая тушит пожары, вы где-то видели, наверное, знаете, то это спортивные рукава. То есть они отличаются? Конечно. Да? Боевые рукава, спортивные рукава отличаются. То есть мы воду не даем по спортивным рукавам. Вот с ними только выполняют упражнения. Их берут, подхватывают, подсоединяют там полугайки, ну, то есть специальная такая работа с ними. Это все спортивное обмундирование. Оно должно весом, как вы говорите, у взрослых, если рукава, скатка рукавов специально перед соревнованием взвешивают, ставят на весы, они должны быть 5 килограмм, то у детей 4,5 килограмма. Там, ну, 4 килограмма, так скажем. То есть легче. Вот. Дистанция одинаковая, что у взрослых, у юношей. Просто на 100-метровой полосе с препятствиями у юноши маленький забор и бум. То есть в чем отличается дистанция средняя, младшая, средняя, старшей группы, то это на 100-метровой полосе только бумы и заборы. Вот по-русски со мной поговорите, что такое бумы? Бум, ну это мы чуть дальше будем смотреть заставочку в ролике. Там будет 100-метровая полоса, и я расскажу полностью, да, как, потому что так рассказать вам бум, это такое бревно, типа как гимнастические, там где делают акробаты там свои упражнения, то это такое же самое бревно, только со сходнями. Есть сходние, где сходят с бума и заходят, то есть длину 8 метров. Ну, видео мы буквально через несколько минут посмотрим. А вот, собственно, какие бывают соревнования? Значит, от и да. до. Значит, из начала года, это у нас, допустим, начало года, спортивного года, и первый чемпионат, это зимний чемпионат. Он сейчас называется чемпионат Украины в закрытых помещениях. То есть, как бы зимний назвать, потому что весной мы проводим в марте месяце. Вот. А имея базу, не каждая область имеет базу спортивную, такую закрытую. Поэтому первое соревнование – это чемпионат Украины в закрытых помещениях. Второй чемпионат – это как подряд я иду, это, как правило, взрослых и юношей. То есть, чемпионат Украины среди взрослых и чемпионат Украины среди юношей. Потом идет летний чемпионат, так же самое, среди взрослых, среди юношей. В мае месяце, в конце мая, обычно проводят международные соревнования памяти имени Героя Чернобыля. Там имеют право принимать только международные страны. Ну, в последнее время приглашают и те команды, которые готовы и готовы участвовать, принимать участие в этих соревнованиях. Я прошу прощения, вот если мы говорим о международных соревнованиях, а какие страны участвуют в них? И, ну, я понимаю, что вот на постсоветском пространстве наверняка подобный спорт... еще вот с советских времен, да, вот он культивируется. Да. А, ну, допустим, европейские страны, они присоединяются, вот у них есть что-то подобное? Ну, я хочу вам сказать, что вот насчет серьезных соревнований, это чемпионат мира, допустим. Ну, не буду перебегать, вы спросили за Героя Чернобыля, это проходит у нас в стране, только в Украине, принимали участие, ну, до некоторого времени, можно сказать, до 2 лет, принимали участие Болгария, Польша, Австрия, как обычно, ну, немцы приезжают. Ну, а как правило, лидеры – это Украина, Белоруссия, Россия, то есть, как бы, призовые места занимали. А так, спорт… Ну, то есть, у нас, я так понимаю, слажены уже традиции, да, многолетние, а они вот только-только, да, вот этот спорт начинают заниматься? Ну, и хочу вам сказать, что не только занимаются, они, в принципе… Вот я даже участвовал первый раз, ну, в Австрии, в Фюклабруке, на соревнованиях. Там, как правило, участвует 12-15 стран в то время. Ну, это были 90-е годы.
Вот. И, конечно, по развитию я удивился, вроде бы, как бы страна и посерьезнее, но, как правило, это как бы славянские такие страны. Может, они Польша, не относятся, может, они не относятся к этому как к спорту, собственно, а вот как к работе непосредственно? Ну, как бы хобби, я бы сказал. Хобби? Такое, да. У нас, если мы занимаемся и статус, чтобы Николаевская область, допустим, была, это приближенный спорт и к нашей работе, поэтому, естественно, главное управление делает для того, все, чтобы ну, заниматься этим спортом, ну и продолжать дальше. Потому что история у нас в Николаевской области очень сильная. Испокон, испокон веков, значит, у нас и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и то есть много таких заслуженных людей. И чемпионат наиболее высокого ранга, да, это чемпионат мира. Да. Где он, как правило, проходит, что это за соревнования? Это есть специальная квалификационная комиссия, которая, значит, в конце года собирается федерация, я бы сказал, мировая федерация, и представители с Украины приезжают, и, значит, там обсуждается полностью, где проводятся чемпионаты мира. Раньше проводились, в 2002 году был первый чемпионат мира, это в Москве, и, кстати, с этих соревнованиях приехал наш спортсмен с Николаевской области, уже будучи чемпионом мира, это первый чемпион мира на всю страну, Игорь Дагель. Ну, это приятное, конечно, такое звание и почетное, заслуженный, как бы сказать, заслуженный мастер спорта Украины, это серьезно. В 2003 году проходил чемпионат Европы в Санкт-Петербурге, и тоже приехал чемпион Европы Тимченко Николай Валентинович, он сотню выиграл с рекордом, хорошие спортсмены, это начало, так сказать, серьезных соревнований, которые начинаются чемпионаты мира, то есть как бы из 2002 года начались проводиться чемпионаты мира, чемпионаты Европы, как у взрослых, так и у юношей. А если в целом говорить об уровне подготовки наших спортсменов, как правило, как они себя показывают на соревнованиях всех уровней? Много у нас наград в области? Ну, наша область, можно сказать, считается как бы не фаворитом, но лидером среди всех команд. То есть у нас принимают взрослых вообще команд, это 26 вместе с учебными заведениями до недавнего времени, 31 команда была. Ну, сейчас не считая Луганскую, тяжело, конечно, ехать, Донецкую область, Крыма, тем более нет. Вот. Ну, а вот в данных соревнованиях, которые сейчас будут принимать участие, 20 взрослых команд и 20 команд юношей. Ну, а наша команда, я бы сказал, ну, пятерочку будем бороться в таком плане. Собственно, давайте вернемся к видео, о котором мы говорили. Да. Вот вы говорили о том, что есть соревнования в закрытых помещениях и соревнования на улице. Да. Давайте посмотрим видео, и вы прокомментируете, да, что же там, собственно, происходит. У нас и чемпионат этой области среди юношей. Вот в этом комплексе, кстати, этот комплекс, мы потом чуть позже остановимся, проводят всякого ранга соревнования. Вот это именно сейчас бегут детки, младшая группа. Вы спрашивали про бум, вот спортсмен подхватывает спортивные рукава и бегит по буму. Вот этот бум, он высотой 80 сантиметров, юноши бегут. Подбегают, соединяют разветвление, которое должен соединить, ну и финиш. Вот, судейская бригада, это все в закрытом помещении, что можно сказать в закрытом помещении. Вот это вот. Это комплекс у нас. И сейчас же команда готовится наша и будет тоже принимать участие в этих соревнованиях. Именно Николаевской области. По всем видам. Ну, вот это соревнования в закрытом помещении, да. Как правило, как они проходят в холодное время года, да? Ну, да. Так и называется соревнование, как бы, ну, как считается, зимний чемпионат Украины в закрытых помещениях. Вот, собственно, они должны преодолеть стену. Да, они преодолевают забор. А, это забор. Говорить. Это правильно называется. Преодоление забора, подхват спортивных рукавов, естественно, спортивных, преодоление бума, это бревно вот это такое. Вот. Потом они отпускают полугайки, ну, такая своя система, соединяют между собой эти рукава, отпускают разветвление, ну и дальше финиш. Собственно, есть еще видео с соревнования, которые проходили летом. Пожалуйста, давайте его посмотрим и прокомментируйте. Ну, да, отличается зимний от летнего, потому что, опять-таки, это наша база,
мы видим вот там открытый стадион, а это летний стадион открытый. Это чемпионат области, начинается с построения, команда победительница открывает его, детки, мы смотрим, бьют, это штурмовая лестница. То есть они подбегают с лестницей, которая, говорите, тяжелая или нет, она весит 8,5 килограмм. Подбегают, еще попробуй побегать с этой лестницей. Да, подбегают до башни, это старшая группа. Вот, и финиш, третий этаж они финишируют. То есть они делают выброс, так сказать, выброс, крюком этим цепляются за подоконник и финишируют в окно третьего этажа. Вот. Потом дальше опускаемся ниже, как бы средняя группа, так же самое подбегает до башни с лестницей, но финиш уже во второй этаж, в окно второго этажа, в общем, для башни. И самые младшие, лестница просто висит на башне, они стартуют с старта, до башни 32 метра 25 сантиметров, и они бегут и финишируют, как бы уже по лестнице закрепленные. Много-много команд, мы проводим областные соревнования, поэтому здесь участвуют 23 команды, 23 района. В каждом районе есть специальная секция для юношей, есть специальный тренер, который обучает деток, потом везет на чемпионат области уже к нам сюда, в город. А вот материально-техническая база? Материально-техническая, вот, да. Все на плечах МЧСников, все, да? Все, ну, как бы сейчас не МЧС, а Державная служба надзорной ситуации. У нас начальник главного управления Ресенко Максим Егорович большое значение уделяет спорту. Мы проводим и среди подразделений, значит, коллектив физкультуры по много видам спорта, вне зависимости от пожарно-прикладного спорта. И, конечно, потока команды и взрослые юноши. Вы правильно говорите, это, то есть там, если взять пожарную лестницу, спортивную пожарную лестницу, то там крюк из титана сделаны. Титан когда-то, как бы... дорогой такой стоящий материал. Мы с него делаем специальные спортивные крюки, испытываем их, вот, чтобы они выдержали определенную нагрузку. И потом тренируемся с ними. Если в целом говорить, ну, собственно, какие бывают виды пожарно-прикладного спорта, то, что мы посмотрели сейчас зимой, на видео, это все. Это зимой. А вообще, в общем, допустим, в летний чемпионат Украины или в любое летнее соревнование входит, мы смотрели штурмовую лестницу и 100-метровую полосу, есть еще пожарная эстафета, боевое развертывание, вот, и у взрослых выдвижная лестница, там, где стоит макет или же пожарная машина, как говорите, с нее снимается такая большая лестница вдвоем, подбегает к учебной башне, один выдвигает, значит, выдвижную лестницу, а другой просто марш, бежит и финиширует третий этаж. То есть, как правило, параллельно или не параллельно 6 видов пожарного спорта. В общем, это мы проходим соревнования, и, то есть участвуем в 6 видах. Допустим, если взять какой-то вид из таких спортивных, это необычно. То есть футболисты, мяч бьют и гоняют. А мы приезжаем, то есть, и бегим по видам. В один день штурмовка, в другой день сотня, в третий день там пожарная эстафета, в четвертый день боевое развертывание. Это все складывается, специальная таблица есть, как бы в кучу, в целом, и вводится местам. А что такое боевое развертывание? Боевое развертывание. Штурмовка, мы посмотрели. Ну, жалко, нет заставки боевого развертывания. Это интересный вид. В нем участвует одна команда, 7 человек. Значит, ставится щит деревянный 2 на 2 метра. Укладывается как бы по ТВ. Там стоит мотопомпа. В последнее время ставит мотопомпу Розенбауэр. Это уже как бы шаг вперед. Раньше были МП-800, где ногой заводили. А сейчас на кнопку нажимаешь. Вы так рассказываете... Я сначала. Так, чтобы понимать, о чем вы говорите. Ага. Ну, значит, укладывается щит, 2 на 2, укладывается ПТВ. Спортсмен становится. Это что такое? Пожарно-техническое оборудование. Ну, это стволы, разветвления, рукава. Классно, что вы знаете, что да. Это такое. На щите все укладывается, 10 метров старт до этого щита, подбегает команда. Каждый делает свое, то есть, свою работу, свое направление. Те соединяют магистральные, это все соединяется и выдвигается на этап. Они бегут по этапу, 85 метров ставятся специально электронные такие мишени, подается вода, забирается вода, подается вода с мотопомпы этой, вот, и электронным секундомером останавливается время. То есть залили бак, ну, там 10 литров, табло остановилось, это конец упражнения по боевому развертыванию, ну, как бы закончилось упражнение. Ну, конечно, потом, может, попозже где-то покажем видеоролики, заставку, чтобы было видно, понятно, все. Именно начиная пожарная эстафета, там тоже интересно. Вот, 4 участника бегут, и каждый свой. Тот по домику, тот по забору, тот по бому, тот тушит горячую жидкость. Ну, в общем, интересно. То есть командная игра в этом случае тоже очень важна. Да, да, взаимоотношения. Вид,
очень важны. Буквально на днях стартуют соревнования в Николаевской области. Да. Что это за соревнования? Какого уровня? Кто будет участвовать в них? Кто приедет к нам? Что будет? Что можно ожидать? Да, да. Значит, с 29 по 2 апреля, 29 марта по 2 апреля будет проходить чемпионат Украины в закрытых помещениях, так он правильно называется. Будет принимать участие 20 команд нашей страны. Это взрослых и 20 команд со всех областей юношей. Вот. Приезжают, конечно, такие сильные команды, как Одесса, Киев, Киевская область, фавориты. За много лет уже они, конечно, показывают сильные результаты, как вы сказали, командные. То есть первое, второе, третье место. До пятого места уже приблизительно мы уже знаем, какие команды будут там занимать. Ну, а там и наша команда тоже будет бороться. Вы просто должны быть уверены в том, что наша команда займет первое место. Дома должны и стены помогать, как говорится. Поэтому будем надеяться и будем ждать. Спорт и спорт, знаете как. Это же такое дело, как в любом спорте. И, значит, организация самих соревнований, значит, это Федерация паралимпийского спорта Украины. Главное судейство, все оттуда, державной службы. Организация вся легла на плечи главного управления державной службы нашей Украины в Миколаевской области. Вся подготовка полностью, расселение команд. Это хлопотное дело. Безусловно. Да, престижное, потому что не каждой области это доверено. У нас есть опыт проведения этих соревнований. Как правило, раз в 5 лет мы проводим такие соревнования. То есть Николаев проводит? Да, именно Николаев. А в принципе эти соревнования проходят ежегодно? Каждый год в разных областях. Это, как правило, Черкасский институт, база хорошая, последний комплекс построен, так, современно можно сказать. Полтава, Черновцы, Винница. Это не всех, не каждая область. То есть там, где есть база, да, на которой можно проводить? И Николаев имеет хорошую базу. А Николаев у нас, я бы сказал, не боялся того слова, что при Советском Союзе у нас лучшая база вообще. Я такую лучшую еще не видел в Европе, хотя сам бывал везде, но у нас самая лучшая база зимняя. У нас есть небольшой рекламный ролик, я предлагаю его посмотреть. У нас не очень много времени осталось, но, пожалуйста, ролик, потом продолжим. Період з 29 березня по 1 квітня в місті Миколаєві на базі спортивно-оздоровчого комплексу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області відбудуться всеукраїнські змагання з пожежно-прикладного спорту. В змаганнях візьмуть участь команди з усіх регіонів України, а також 2 учбових закладів системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Змагання відбудуться за адресою: місто Миколаїв, вулиця Привільна, 136Б. Прийди і підтримай команду свого міста. Скажіть, а в плані прийти просто посмотреть, там, или ребенка привезти, чтобы показать, заинтересовать. Так можно? Да, в плане, чтобы прийти посмотреть, нужно прийти посмотреть, потому что вы сами поняли, никогда же не видели, что такое пожарный спорт. А теперь придете и посмотрите, и именно серьезное соревнование чемпионат Украины, это не каждый год проходит. Видео Николаевская база была, так? Да, это все про Николаев, Николаевская база, все наше. А прийти, допустим, есть дети, родственники, знакомые. С 13 лет, пожалуйста, бесплатные тренировки и все для того, чтобы детки занимались, начинали спортом. Получится, значит, хорошо. Нет, позанимался спортом, пойдет дальше, что ему понравится в таком плане. А вот вы мастер спорта международного класса. Когда вы занялись этим спортом? Что вас заинтересовало в свое время? В свое время, коротенько скажу. Я пришел, когда еще пожарная охрана была. В общем-то, привлекли меня занятия паралимпийским спортом. Поступил я в училище в Львовское, выполнил там уже мастера спорта. Через 3 года соревнования международные попал в сборную Украины. И сборная Советского Союза был. Выполнил норматив мастера спорта международного класса. Результаты были такие, чтобы самые такие памятные. Это я выиграл чемпионат Туза в Алма-Ате.
принимал участие и в закрытых помещениях, в соревнованиях чемпионатов всякого ранга, и международные, и всероссийские, и всеукраинские соревнования. По видам, как бы, чемпионом был по выдвижной лестнице, и пожарной эстафете, и боевое развертывание. Ну и так судьба моя сложилась, что уже 33 года я до сих пор... Вы на тренерской работе, да? 20 лет. Последний вопрос, очень, очень коротко. Вот сейчас нормативы, ну это же все, наверное, по времени как-то должно выполняться. Сейчас нормативы жестче, чем было в ваше время, или примерно так же? Ну, это для сравнения, когда я выполнял по штурмовой лестнице, мы видели, норматив мастера спорта был 15 секунд и 4 десятых, то сейчас это 14 секунд 35 десятых. Более на секунду норматив, ну, как бы, ужесточился, то есть сложно, ну, как бы, выполнить его. Конечно, да, нормативы стали сложнее. Ну и нормативы, и обмундирование. В мое время мы бегали в спортивных сапогах, сейчас бегают в шипованной обуви, в спортивном таком трико облегающем. То есть, как бы, с каждым годом развивается паралимпийский спорт. Как бы шагом, шагом, шагом. Дальше растут результаты. Видите, как. Поэтому в истории, это как бы с истории начинало. Естественно, сами, как в любом виде спорта, начало там с 37 года, и вот 2016 год, и с каждым годом наращивается и время, и результаты, и соревнования, и чемпионатов, больше подготовка. То есть интересно это все. Що ж, Володимир Адамович, на жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую за те, що знайшли час, дякую за те, що завітали до студії. Я так гадаю, що глядачі обов'язково приєднаються і... прийдуть подивитися на ці змагання. Я сподіваюся, буде цікаво. На все добре вам. Дякую.